Привет, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Болгарии, и вы попали на мой YouTube-канал. Присоединяйтесь. Меня часто спрашивают, как проходит твоя адаптация в стране? Отвечаю, проходит. Возможно, мне помогает мой предыдущий опыт. Ведь мой первый муж был военнослужащим, и когда в 20 лет я уезжала из дома, вот тогда меня не по-детски ломало. Безусловно, большой плюс в том, что Болгария очень похожа на Россию по своему менталитету. И кроме языкового барьера, у меня не было никакого культурного шока от их поведения и привычек. Даже на дорогах манера езды очень похожа на манеру поведения за рулем русских. Поэтому я без колебания села за руль и вписалась в поток машин. Да, конечно, у меня присутствует языковой барьер. И это только миф, что русский язык и болгарский очень похожи. Есть отдельные похожие слова, и на бытовом уровне вы можете вполне общаться, вас поймут, чего вы хотите. Но как только вы попадаете в учреждение, где необходимо решить вопрос с документами, вы понимаете, что вы ничего не понимаете. Но у меня достаточно большой опыт работы с людьми, и я привыкла добиваться результатов, поэтому все, что мне необходимо, пока у меня получается, и я достигаю своих целей. Самый сложный и важный пункт адаптации – это, конечно, разлука с вашими родными и близкими вам людьми. Ну, как говорят психологи научным термином, сейчас у меня медовый месяц в Болгарии. Мне все нравится, я полна положительных эмоций, муж окружил меня заботой и вниманием. Моя жизнь наполнена новыми событиями. Как долго это продлится? У каждого человека это очень индивидуально. Посмотрим, я буду держать вас в курсе событий. А кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. И до скорой встречи. Пока-пока!